Володарском районе в самом разгаре уборочная кампания. Руководитель муниципалитета встретился с работниками сельхозпредприятий и ознакомился с ходом уборки зерновых. На землях агрофирмы «Кубань», расположенных на территории Львовского и Михайловского поселений, под урожай 2024 года посевная площадь составила 11 тысяч гектаров, в том числе озимой пшеницы, озимого ячменя, риса, кукурузы и подсолнечника. Ячмень убран полностью, урожай рекордный, а вот пшеницы в этом году поменьше. Зато качество отменное, превзошло все ожидания, учитывая неблагоприятные погодные условия, рассказал директор предприятия Игорь Абдулаев. Аграрии признаются, что их работа вообще постоянно приносит сюрпризы. Тем не менее, они всегда уверены в хороших результатах. Водители комбайнов трудятся с 9 утра до 9 вечера с перерывом на обед. В кабинах сельхозмашин прохладно, все оснащены кондиционерами, поэтому летний зной не помеха работе. Кипит она и на землях крестьянско-фермерского хозяйства Александра Карпенко, основным видом деятельности которого является производство зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день убрано 127 гектаров пшеницы при средней урожайности 52 центнера на гектар. В хозяйстве два комбайна. Фермер планирует приобрести еще один, опираясь на хорошие меры поддержки Министерства сельского хозяйства. Посетил глава района и пока еще молодое, развивающееся хозяйство Дмитрия Меркотан в хуторе Стефановский. На территории усадьбы выращивают виноград. Посадили в прошлом году, поэтому пока об урожае говорить рано. 4 гектара заняты сортами Мерло, Каберне Фран и Саперави. Владельцы занимаются проектированием современной винодельни на 100 тысяч бутылок в год отменного игристого вина. Центральную аллею красиво оформят, а посетителей будут встречать парадные ворота. Глава района пожелал Дмитрию Меркотан удачи в деле возрождения виноградарства в Северском районе.